Повторите ваш вопрос. Итак, господа, конечно. Да, подождите, минуточку, повторите ваш вопрос. Да, можно вопрос задать к спикеру? Да. Скажите, пожалуйста, что в современных мужчинах вам импонирует? И какой должен быть образец настоящего джентльмена? Изменил свой вопрос. Во-первых, густые волосы. Где? Уточните, на пожалуйста. На голове обязательно, потому что лысый – это не мой профайл. И когда вот эти тестостероновые бури, они должны равномерно распределяться, потому что я же мисс Эротика, 12 июня – это же мой день. Да. Вот. Поэтому спасибо всем тем спонсорам, которые мне дали красивую одежду. Вот. Главное в мужчине – это не тестостерон как таковой, а совокупность. Хорошей, значит, грамотного выработки материала для того, чтобы при связи с женщиной, а это большая редкость в Москве, мужчины, вы на вес золота, потому что вы живете в мегаполисе. И вот Герман Шайч вот сейчас ушел, вернется, вот это же здорово! Секс — это здорово! Потому что, во-первых, прогестерон образуется, это делает женщин здоровее, чем чаще она оргазмирует. Вот Тимур говорил про точку G. Это же не просто болтовня. Скажите, вот она счастлива. Почему у нее харя хорошая? Потому что кожа нормальная. Потому что точка G...